Всем привет! Сегодня у нас никакая не кальянная. Да, сегодня у нас челлендж. Челлендж. Нет, кальян тоже будет, вы не отчаивайтесь сразу так с корабля на балку. Сегодня у нас челлендж. И, в общем, мы приняли вызов от волосатой псины какой-то. От какого-то лоха блогерского. То, что мы сегодня едем в какое-то село. Помогать бабушке какой-то или дедушке, кому-то лучше. Найдем какую-то бабушку. Сейчас мы сядем на первый автобус, который вообще увидим. И поедем к любой какой-то бабушке. Да. Надеюсь, это будет весело. Надеюсь, что мы не заедем. В общем, мы купили вон до хера пакетов. Ну, поесть бабушке. Какой-то, которая живет сама, будем искать, по селам ходить. Что, солнце светит? Ага. В общем, встретимся в автобусе. Тоже сюда. Погода вообще прекрасная. Погода, зима. Да, хорошая. Минус 10, но солнце светит, все хорошо. Ветра нету. Да. Все, вот еда, вот мы. Да, вот Денис проверил ветер. Все хорошо. В автобусе? Да, автобусе. Мы уже едем в автобусе. Со станции мы выехали уже. Какой-то автобус первый сломили, написано Григорьевка. Григорьевка какая-то, да. Едем снимать челлендж. Посмотрим, что из этого получится. На самом деле стрёмно, потому что мы едем, и мы знаем, что мы останемся ночевать где-то там. Да. А если это будет весело, если, конечно, мы у кого-то останемся ночевать. А если не останемся, то мы будем ночевать на улице. В принципе, сейчас в селах много хат заброшенных. Да, поэтому... надеюсь, нам не придется спать в одной из них. Ну, еды мы как бы много не взяли, Мы вообще мало еды взяли. Не, ну мы взяли много еды, с учетом того, что... А зачем мы фарш взяли? Вообще фарш мы взяли индюшиной хорошей бабушки какой-то. Да. Ну, которая приютит нас, которую мы поможем. Мы надеемся, что нас приютит. А зимой вообще надо что-то кому-то помогать? А, дрова. Дрова, вот порубим дрова. Да. Дима у меня в селе колол дрова, так что у него опыт есть у себя. Да. На даче, поэтому... На работе. Да. Справимся, да. В общем, надеемся, что мы останемся с кровом на ночь. Ну да. Я тоже надеюсь, что мы все-таки где-то переночуем, потому что на улице, ну, вечером в селе холодно, и как бы не сильно хотелось ночевать на улице. Но... Мы собираемся ехать в Конечную. Да, мы едем к автобусе, там в Конечную. Мы водителя спросили 2 часа примерно ехать. Ну, с краю мы не будем спрашивать, мы сразу пойдем в клуб куда-то, чтобы спросить у кого-то. Ну, да. Потому что с краю более такие же, которые не сами. На самом деле, стрёмно немного. Конечно, стрёмно. Нормально, как эта бабка. Едем в какую-то жопу просто. Делать добро. Все. Еще увидимся. Да? Короче, да. Вышли мы в... Соленым, да? Соленое. Соленым. Тут вот такая хуйня происходит. Полпути проехали уже. Да. Полпути разве? Нам еще ехать до хуя в конец. Ну да, ну водила сказал, что полпути проехали. Хер его знает. Можно, где-то час ехать. Можно было бы тут остаться, но тут ПГТ. Да, тут ПГТ, тут вон дома, покажи дома. Вон дома тут такие трехэтажные, четырехэтажные. А, даже пятиэтажные, ебать. Двухэтажные. Нормально. А вон трехэтажные. Да, да, ну такой ПГТшка. ПГТ, да. Мини-городок. Все, так что увидимся уже на конечной. Выйдем. Я не знаю даже, где мы выйдем, куда нам, в какую сторону идти. Надеемся, будет круто. Да, все. Спасибо. В общем, мы вышли из автобуса в какой-то жопе. Пиздец. Это я, по-моему, разбил что-то. Блядь, где мы? Сука. Кила сказал, короче, что дома вот там, по-моему. Короче, вот там тоже есть, но там, говорит, там бабушки живут пару. Какая-то баба Галя, по-моему. И баба как-то вторая, не помню. Но баба Галя меня вообще удивила. Так что водила говорит, люди тут есть. В общем... А, смена караула, ты иди. Да. Рассказывай. Водила, ну, он сказал, лучше туда идти. Куда? Ну там, потому что там, говорят, они живут семьями, а нам семьями не нужно.
Правильно? Да. Нам нужны одинокие бабушки. Видишь, еще дома какие-то? Да. Там более богатые как будто. Короче, сейчас разберемся. Я там вообще нихуя не вижу дома, там они вообще есть. Тут ветер. Ветрено. Да, еще пакет тащить. Да, надеюсь, мы быстро найдем случай. Тут киста тут дохуя. Да. Ладно. Все тогда. Будем уже идти. А сейчас. Короче, такое увеличение. Короче, вот мы идем, блядь, что-то нет, уже давно нету ни одной хаты никакой. А в какую сторону идем? По-моему, ну, вроде. А вон вижу хату. Где? А вон крыша. Правда, там, по-моему, нет крыши. В общем, там вдалеке. Вообще, большой пустырь, тут вообще ничего нету. И солнце. Белое солнце пустыни. В общем, вон. Мы еще набрали столько пакетов в надежде найти кого-то. Фух. Чтобы вручить эти пакеты. Просто мы так послушали. Часто можно встретить каких-то одиноких бабушек в селах. Да даже в городе есть, но в городе их, конечно, тяжелее найти. Я думаю, что аферисты. Я на кулек прыгнул. Братан, а ты его убил. Сука! Ладно, будем подходить к квартирам. В общем, вот уже первая хата. Но она развалена. Ну, смотри. Да не, третья жилой вроде выглядит. Мох и нету. Бля, мне кажется, я нашел место, где мы будем спать. Ну вот, короче, похоже на что. Если что, да. Первая хата вообще разрушена? Первая хата вообще нету даже крыши. Ну так, ну вот, может сюда. Ну что, я не знаю, я уже замерз. Давай самую вот эту первую, что увидим. Надеюсь, там живет бабушка. Дверь открыта. Дверь открыта. Собака есть. Надеюсь, да. Короче, мы дошли с Димоном. Какая-то бабушка сказала, можно проходить в дом. Сейчас, да, сказала, работа нам. Сказала, камеру не надо. Да, просила ее не снимать. Этот собак. Сейчас заходим в дом. Короче, встретимся в хате. Ну, короче, в хате бабка сама собой что-то там кричит. Да, ну, братан, она наш куль. Дома лежала она. Сколько здесь бабушки. Так, вот ваши. А поделяйся, давай. Вот тут там... Простынки всякие. А, чем это? Ну да, я говорю, да. Окно можно не закрыть. Окей, горит, пока тепло. Затупил все. Да. Не кормят. Холодно у вас тут. Не, ну в хате тепло. В городе теплее. Не, на самом деле в хате очень тепло. А? В хате очень тепло. Да, вы чуть-чуть насыпали. Аппетит прихода во время еды, знаешь. Знаю. Шапку снял.
З майонезом. З майонезом, так? Разбил. Да стол шатнулся. Это ж Игорь, мастер, за все время не мог стол справить. Приедет все некогда. Это Игорь, это этот? Да-да. А вы не будете кушать? Буду. Сейчас по 20 грамм сломаю. Это хорошо. По 20 грамм это да, это надо. Оливьешка, я будете? Не, спасибо. Нет, мы борща пока. Попозже, если что. Да, мы не хотим кушать просто сильно. Покушать можно, но не сильно. Что ж не обед? А, уже обед. Как это на обед? Уже первый час. Сейчас будем работать. Покушаем. Дух переведем, будем работать. Покажем, что где. Да. Будете по 20 грамм? Да, да, конечно. Бабушка сильно не идет на контакт. Как бы она разрешила сейчас погреться, у нее мы ей помогли дрова порубать. Еще будем рубать. Ну, насчет на ночь она еще не уверена. Поэтому, ну. Мы не знаем, потому что делать. Походу придется спать где-то. Ну или еще пойдем поищем бабушку. Поищем еще бабушек и тогда уже, скорее всего, сейчас найдем какое-то местечко, где покурить кальян, забить вам, показать. И, скорее всего, будем искать уже ночлег себе. Можно делать местечко, где будем забивать. Да. Ну, да, как бы бабушка сказала, можете зайти поужинать. Ну, типа остаться я не могу с вами еще. Сказала тупо. Поэтому как-то так. Ну, будем искать. Может еще дальше, там дома есть дальше, пойдем посмотрим. Да, ну может бабушка еще передумает, хотя я не уверен. Ну надеемся. Ну да. Вообще на самом деле вообще мне не нравится вся эта затея. Мы пришли сюда нахрена-то. Ну да. Но мы. Бабушка сильно обрадовалась, что мы ей покушать принесли. Самое главное, что мы взяли много пива. Да, пиво мы взяли много. Ладно, все, давайте. Сейчас она, походу, будет идти на сниматься, но вообще не любит. Она нам даже налила малиновые перцовки. Да. Перцовки, самогонки. Ну, малиновые самогонки и перцовки. Да. Перцовки налила нам тупо. Да. Все. А он на петуха посмотрит в этой шее. Короче. Мы вышли на улицу попить пиво. Сейчас пойдем рубать дрова, посмотрим. Сам вообще у него тут хорошо, посмотрите на него. Вот. Да, а мы с собаками еще познакомились. Я надеюсь, она не укусит. Эту, по-моему, зовут Кно. Рыжуха. Рыжуха, да, рыжуха. Посмотри. Димон. Рыжуха. Димон. Посмотри, снимает. Да. Рыжуха. Видно, да, будку? Угу. Ты шо, братан, ты что? Так нам не поверят, что тут собака есть. А вон еще было. А где собака была тут? Тупо все спрятали. Одна баська дурная. А сними баську. О, опа. Все, нам поверят. Смотри, какой у него хвост смешной. Мне кажется, ей холодно. Да.
Ну мы, короче, пришли. Ой, пришли уже рубать. Сейчас я буду рубать. Дима бабушка, уже готовится. Бабушка дала перчатки и сказала: тримайте дітки, заодно загоните. Такое вообще. Про Юру какого-то рассказывала. Так смешно говорить. Слушай, братан, а что ты тогда делаешь? Ты бабки ломаешь. Ты меня попросила, увози туда. Держи. Наш лесоруб рубает. Ламберджек. Ничего, что я бутылку бросил? А где мое пиво? Он на столе. Прикольно тут у бабушки, да? Угу. Не, я бы хотел у него в хате заночевать. Уже солнце садится. Скоро будет темнеть, поэтому сейчас мы пару пеньков осталось зарубать. И пойдем ты искать ночлег. Да. Бабушка. Самое интересное ждет впереди, мы скоро сделаем кальян. Кальян. Самое главное затея всей этой поездки — кальян. Да. О, как я его. Смотри, смотри, вот так. Ты прикинь, а что, интересно, что бабуля боится оставить нас? Наверное, что-то пережила такое. Да, наверное, может кто-то украл, то что-то убил кого-то. Это не я не думаю, но если она боится с кем-то оставаться в одном доме. Я думаю, да. Не, ну что ты не гони. Может что-то уже было не так. Главное, не гони, главное затея всего этого кальяна. Нам как-то не сделать этого. Ой-ой. Ой, жив. Подходи ближе, посмотри. Ох, какой наезд камеры. Видишь шип? Охереть, да, я его убил, Ты чисто подъехал, да? Да, вот это ты подъехал. О, все, О, ты видел, как я его разрубал? Да. Ты видел? Зацепился за травяняку, нахуй. Это перекладина. Ты куда идешь? Пиво. Я скажу. Да. Гараж Лема. Мы, короче, решили тут. Видно? Да, решили сжечь пещеру. Бабушка пришла сюда. Я не знаю, как мы тут будем ночевать. Это хорошо, что рядом с ней. Ну это по соседству сразу дом. Тупо вот. Походи. Весь разъебанный. Будем сегодня ночевать. Да, будем в нем ночевать, но... Ну, челлендж в этом и заключается. Это наоборот, экстрима давай его. Да, это, конечно, сюжет в нашем фильме. Потому что просто если мы остались... Ты прикинь, по соседству чисто бабуля разрешила нам переночевать. Сказала, дом ничей. Да, ну, мы сразу спросили, говорит, что если тут. Она дала нам, конечно, одеяло, что-то хуйню. Шутка нихуя она нам не дала. Вообще нихуя. Стульчика два дала. Два дала стульчика, чтобы типа посидели хоть ночь, да, переждали. Сейчас мы, короче, посидим. Сейчас, короче, покурим кальян. Так, селфи-палка. Она нам... Пригодилась. Идем. Мы идем. Следимся на кальяне. На кальяне. На забивочки. Вот мы уже обустроили себе ночлег. Вот так заставили досками. Где эту хуйню сейчас? Вот так, короче, вот наше логово. Обустроили наш столик уже. Готов. Готов, да. Перцовочку будем греться. Ну же реально, как тут просидеть, не греться? Вообще тут нереально. Так что все, увидимся на забивочке. А, ну уже забивочка начинает. Так что начинай, дружище, я тебя снимаю. Сегодня мы будем курить, ну не знаю, так въелось нам в душу. Это... Стоп, не видно?
Вот так видно чуть-чуть. Вот. Это фрукты наши любимые. Это кокосик, бананчик и ананасик. Вот, вот то, что мы любим. Внутри. И это мы разбавим все и берем. О! А к этому знаешь, что мы добавим? Что? К этому мы добавим альфа-каману лайм. Лайм с мятой. Ядос. Ты просто обожела. Альфа-кхаман добавим? Альфа-кхаман. Не альфакер? Не альфакер, ты понимаешь, как он пахнет. Братан, давай. Альфакер так не пахнет. Это все мы резать не будем, так как мы снимаем в селе. Какой-то пизде, нахуй. Посмотрим, как наш кальян получится. Да. И, значит, пока Денис забивает, ну, блин, это... Ну, это все знают, как... Да, все знают, давайте уже встретимся на раскурке. Да, чтобы батарею не садить, у нас мало батареи, памяти. Я пойду распалю угли и попробую вам показать. И покурим! И покурим. Вот это неплохо вообще. Ну, блядь, сейчас. Мы, короче, уже вот обустроили свое логово. Занавески сделали. Ну, сколько тут градусов, Димон? Да, градусов... Я ебу, ноль. Тут какая-то дичь. 3 градуса, не больно. Дверь, короче, мы закрыли, как смогли. Кальян мы уже сделали, Димон, ну, благодаря Димону только мы разожгли в угли. Потому что сам бы я не знаю, как я разжигал. Ладно. Я помню еще времена в гараже, когда Димон разжигал. Помнишь, когда домой мы еще не бегали угли разжигать? Ты возле двора разжигал. Возле гаража? Да. Ой, возле двора, ну, возле лестницы моей. Да. Сейчас мы, короче, согреемся, потому что, ну, жутко холодно. Ну, не прям, чтобы жутко холодно, но прохладно. Ну, холодно. Да. Сейчас мы выпьем перцовочки. И будем курить кальян. Да, курим мы на РПГ. Курим мы, получается, я купил сегодня Альфа-Кхман. Кого я купил там? РПГ, УПГ. Да, Upgrade Mini, короче. Курим на Upgrade Mini. Мы, короче, уже начнем тут. Да, мы уже остаемся тут. Там, не знаю... Не знаю, что получится где-то. Мне очень нравится вся эта постановка. Ну хоть где-то ночевать. Не идти же Днепр пешком. Ну да. Сейчас покурим кальян. Выпьем, согреемся. Будет лучше. Ну да. Потом уже... Я не знаю, что мы будем тут ночью делать. Меня вот эта дырка вообще смущает. Какая? Вот эта. Да, она стрёмная. Вот еще стрёмнее места. Вот такая вот пизда тут. Ерунда там какая-то? Да. Короче, все, будем садиться, бухать, курить. Согреваться. Согреваться, да. Ну, согреваться нужно перцовочкой. Кока-кола. Денис плохо сделал чашу, она нестабильно держится что-то, но мысли плохо сделал чашу. Шатается. Видишь? Ну потому что ты не взял уплотнитель. Фольга. Так я сделал плохо. Ну давай так попробуем. Раскуривайся, не раскуривайся. Я беру хорошо трубку. Размотать ее сначала надо. Давай. Ты шо, это вообще ловишь в тему? Да, трубка слетела на грязный пол. Идет дымок? Ага. На перекусон мы взяли себе сало, сосисек. Да? И хлеба. А варит хорошо. Бабулю мы подавали новую под одеяльник, просто. Да?
Еды подогнали. Самое главное это еды, капустинку, мясо. Чтобы она сварила себе нормального борща. А теперь мы ночуем здесь. Да. Уже примерно часов 8 на вечер. Не, ну она в принципе предлагала нам остаться, типа, но она с опаской как-то. Ну, мы уже подумали, нахуя ее. Тревожит, да? Да. В принципе, так даже экстремально. Сидеть в какой-то пизде, шоу мне поебал его. Ну что, наливай? Кто-то есть? Бля, короче, уже ночь. Там пиздец, как стрёмно тут. Глубокая ночь. Глубочайная ночь. Ты сейчас... Посвети. Вот сюда посвети. Они же там устроились. Тут стрёмно пиздец. Мы закрыли окна. Наверное, самая дебильная ночь в нашей жизни. Это да. Сюда. В принципе, снимать тут нечего. А что тут валяется? Ну, поэтому ветер. Да, и пойдем. Все, вот, короче. Вася, берем, значит, сначала. Спокойной ночи. Да. О, уже утро. Мы развели кальян. Помогли бабке, еще порубили дрова вот там далеко. Она дала нам тулубы. Да, тулуб нам дала, Денису куртку. О, сейчас свой покажу. О, такой тулуб под шею хороший. Ну, где-то в... Сколько было? Где-то в 4 уже под утро к нам бабуля пришла и все-таки пустила нас домой. Да. Да не в 4, что ты гонишь, часа где-то в час, в 2 где-то пришла, где-то так, сказала, что вы, родненькие, тут сидите. Ну нам спать вообще не хотелось. Да, мы, короче, поспали, наверное, вдвоем в кровати одной спали, вообще одеты, холодно у бабушки. Да. Ну в той хате заброшено тоже холодно. Да там в той хате вообще 0 градусов, бабки хоть... Туда, может, придем на рыбалку, сейчас, скоро автобус. Да, скоро автобус. А сколько он вчера говорил, автобус? Пол второго автобус узнали, тут едет. В пол третьего вроде. Или пол второго. В пол третьего, да. Ой. Воды набрать надо будет бабушка. Да, бабушка воды попросила. Ну, на удивление наш челлендж удался. Ну хоть не всю ночь. Но мы долго довольно там провели время. Но мы вообще. Мы вообще хотели изначально ехать какой-то бабуле. Слава богу, что она нас еще хоть позвала. Ну холодно было, мы вообще где-то. Час, два где-то вообще мерзли сильно. Хорошо, хоть перчатки взяли. Отойди от солнца. Ага. Да, в общем, вот так вот. Уже 15 минут где-то. Ну да. Ну, видео мы снимали для вас. Для парня, который написал, еще хочет видосиков. В общем... Да, не забываем конкурс на нашем канале. Колодочка. Колодочка, да. Да, разыгрываем колодочку. 50 подписчиков в группе, которые выполнят условия репоста и подписи на наш канал на YouTube и в группе ВК. Возможно, может выиграть целую колодку, китайскую колодку. Сегодня утром мы проснулись, тепло было. Ну, на улице, да? Да. Вчера. Бабушка. Молодец, уже берет. Бабушка нам кофе сделала. Завтраку такой. Вообще хорошая бабушка. Не прогнала нас. Кальянчик такой тут не на, поснимай. А я покурю. На самом деле все круто получилось. Пиво главное, что взяли много. Да. Уже все выпили. Бабушка нам наливала малиновку какую-то. Да, самогонку настойную на малине. Сказала, сынки, согрелись, а то заболеете. Да, бабушке не с кем было выпить на Новый год. Да, бабушка сама отмечала, жалко ее. Так что она нас приглашала еще в гости. Поэтому думаем на следующий 7-й выпуск приехать уже сюда на зимнюю рыбалку, если погода будет такая же. Там погода будет такая же, по прогнозу.
приедем с буром. Так что ожидайте наш рыболовный выпуск от Кальяна. Да. Дима покажет, как рыбу ловить зимой. Да. Я покажу, как кальян забивать, чтобы не горчил зимой, не горел и не затухал. Ну, в принципе, это все умеют, наверное. Да. Получилось. Я еще пью. Так что все. Подписываемся, ставим лайки. Не забываем про нас. Да. Все мы делаем для вас, родные наши 6 подписчиков. Вызов кидаем мы вам. Ждем видосиков. Напишите следующий комментарий, где можно провести экстремальную ночь. Мы ждем челлендж. Да. Подписываемся, ставим лайки. Делаем репосты в группе. Получаем колодку. Самый лучший комментарий, ну если хотя бы один тут будет, то выберем и поедем туда, куда вы предложите. Да. Все, я глушу. Ставим пальцы вверх. Короче, мы уже идем домой на автобус. Да, узнали, автобус идет через минут 20. Тут плюсовая погода, сейчас где-то плюс один. Даже да, ноги. Потеплело, тут так хорошо стало. Муляка, грязь. Короче, наш челлендж, думаю, удался хоть наполовину. Наш бабушка первый... дала нам яичек домашних. Да. Сказала. Спасибо вам. Приезжали. Спасибо вам, ребята, сказала, порубали мне дрова. Мы сама. Не засняли, как мы ездили за дровами. Посадку. Да. У нас телефон сел просто. Да и вчера ночью сел. Дала хоть подзарядиться нам бабушка чуть-чуть. Ну, в общем, прикольно все получилось. Да. Сейчас сядем на автобус и будем ехать домой. Автобус вроде тот же. Да. В общем, ставим большие пальцы вверх еще раз. Подписываемся на наш каналчик, разыгрываем колодочку. Все круто. Всем пока. Пока, да, ну покажу всем пока. Пока.